Андрея, мы стандартные кафешки, сетевой, где все сходят с ума, куча народу обедает. Людей очень много, практически все столики заняты. А заказывают здесь таким образом, то есть выбирается вот здесь, например, салаты, здесь вторые блюда, здесь вот супы, точнее это добавки к ним, и потом официант, не официант, а даже, он делает пометки, за какую сумму ты заказал, они ставят штампик. Вот, все это складывается на поднос. Сейчас я жду, я заказал вот такую вот странного цвета лапшу. Вот, она сейчас готовится, варится. А потом в конце расчетов вот считают, значит, у нас на 16, на 10, 10 и еще 10. Чего там мы заказали? Система расчета такая. Все делается. Столик наш вон там. А, макро. Вот видно, что здесь цифры. 16, 10, 10, еще 10. Здесь, наверное, подразделяется на первое, второе, напитки, салаты и так далее. Вот это оказалось странное блюдо неизвестного происхождения. То есть, возможно, это сделано из рисовой муки, да? Из чего это еще может быть сделано? Ну, по вкусу определить невозможно. Да, то есть само по себе оно безвкусно, а вот то есть хочется во что-то его обмакнуть, придать какую-то пикантность. Но когда так делаешь, получается очень остро. Острое и кислое. Но мне нравится. Это лучше, чем есть просто безвкусное вот это вот блюдо, но во рту уже жжет. Также мы заказали вот это что-то похожее на блинчики, да, обжаренные с зеленью и какими-то овощами внутри. Мяса там было, нет? Не помнишь? Не было, да? Вот такой вот суп с капустой, с луком свежим зеленым и с фиолетовой лапшой. Что за лапша, непонятно, гречневая может быть? Нет, не гречневая? Ну, по цвету непонятно. Хотя добавки, цветовые добавки, они явно здесь не используются, здесь все натуральное. Это не краситель, не должен быть краситель. Небо хмурится, погода не такая жаркая, дует небольшой ветер, народу поубавилось, потому что время обеда заканчивается, уже много столиков освободилось, но все равно.